Москва, Красная площадь. Сегодня здесь состоялась первомайская демонстрация, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. На гостевых трибунах ветераны партии и труда, участники Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, передовики и новаторы производства, видные ученые, деятели литературы и искусства, космонавты, представители партийных, советских и общественных организаций. На первомайские торжества прибыли делегации профсоюзного и рабочего движения из 100 с лишним стран, Всемирной федерации профсоюзов, других международных организаций, многочисленные иностранные гости. Присутствуют главы дипломатических представительств зарубежных государств, аккредитованные в Москве. Десять часов утра. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются товарищи Горбачев, Воротников, Зайков, Лигачев, Медведев, Никонов, Рыжков, Слюнков, Чебриков, Шеварднадзе, Яковлев, Бирюкова, Власов, Лукьянов, Маслюков, Разумовский, Талызин, Язов, Бакланов. Здесь же видны советские военачальники. Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся! Ура! Руководителям партии и советского государства дети вручают букеты цветов. Это традиция праздника. На Красную площадь вступают колонны первомайской демонстрации. Приветствуем участников первомайской демонстрации, представителей Москворецкого, Пролетарского, Ленинского, Краснопресненского, Фрунзенского, Свердловского, Дзержинского районов. С праздником вас, товарищи! Ура! Пусть живет и развивается марксистско-ленинское учение, идейная основа революционного обновления социализма! Ура! Надо идти вперед, надо с энергией, единством, волей подниматься выше. Эти ленинские слова начертаны на транспарантах трудовой Красной Пресни. Правда истории – источник нашей силы, лозунг в колоннах Бауманского района. Социальной политике – приоритетное развитие, таково мнение рабочих и жителей Фрунзенского района. Вот здесь, на пятой трибуне, под камерами центрального телевидения, один из вновь избранных депутатов народных СССР, депутат от Новгородской области, Валерий Иванович Трофимов. Дело действительно новое. Дело в том, что его соперником на выборах был, скажем так, первый руководитель области. Но он одержал победу. Сколько процентов избирателей за вас проголосовало? 83% избирателей.
избирателей нашей области. У народных депутатов, вновь избранных, огромный потенциал. И хотелось бы, чтобы уже до съезда этот потенциал был использован для подготовки к предстоящему съезду. Уже до съезда хотелось бы наметить статус народного депутата, наметить процедуру съезда, обсудить закон о выборах, местные советы и все эти вопросы обсудить с нашими избирателями. Я считаю, что это было бы первым подтверждением того, что именно намечена политика истинного народовластия. То есть истинный переход от, скажем так, всевластия аппарата к истинному народовластию. Да, именно так. Дело в том, что всегда депутаты выполняли депутатскую работу как общественную нагрузку, а вся власть была фактически у аппарата управления. Это, с моей точки зрения, и является, в общем-то, одним из главных элементов механизма торможения, о котором пишут в газетах. Вам двух народных депутатов. Народный депутат города Пекина Ян Имин, по профессии экономист, и народный депутат СССР Александр Киселев, второй секретарь Волгоградского обкома ВЛКСМ. Ну, поскольку вы оба депутаты, коллеги, то первый мой вопрос, конечно, о выборах. Ян Имин, я знаю, что вы были в Москве в дни, предшествующие выборам, и внимательно следили за самими выборами. Вот сравним ли ход избирательной кампании в Советском Союзе с тем, как это бывает в Китае? Ну, я была избрана народным депутатом города Пекина в прошлом году. Но у нас там тоже впервые выборы проходили, там по многомандатной системе. Но то, что я здесь видела, мне очень понравилось. Я думаю, что вот здесь люди проявили такие инициативы, заинтересованности. Вообще-то мне очень понравилось, особенно вот обсуждения, дискуссии. И такие острые вопросы задавали. Но вообще, я, насколько я знаю, я думаю, что у нас такого оживления не было. Ну да, и такие острые вопросы люди не задавали. Я знаю, что вы соперничали с Юрием Бондаревым, известным писателем, и многие наверняка предполагали, что ваш бой заведомо проигран. Скажите, пожалуйста, с каким опытом политической борьбы вы идете к съезду народных депутатов? Вы знаете, после 26 марта многие задают мне вопрос о том, как, в общем-то, пришел успех в этой борьбе. Я думаю, что это в какой-то степени уже и не главное сегодня. Главное, наверное, сегодня думать о том, каким будет съезд народных депутатов. Почему? Потому что во время предвыборных встреч, встреч с избирателями, люди хотели видеть не только программы, люди хотели видеть своих кандидатов, задавать им вопросы, видеть их позицию, пробовать их вопросами, для того, чтобы можно было решить, можно верить этому человеку или нельзя. И нас сегодня всех беспокоит о том, каким будет съезд и как будет решаться самый главный вопрос на съезде – выборы Верховного Совета. Но давайте представим себе, ну, в лучшем случае я знаю 30-40 фамилий, которые постоянно мелькали в нашей прессе, остальных я не знаю. Это вопрос для меня. Как этот вопрос разрешить для себя? И совершенно не хотелось бы, и это не нужно ни одному, я думаю, народному депутату сегодня, чтобы мы проголосовали по спискам, предложенным аппаратом. Тогда мы выполним ту старую, прошлую роль своеобразных голосовательных машин. Нужно ли нашему народу сегодня? Наверное, нет. В связи с этим встает вопрос о культуре политической борьбы. Саша, что вы лично вкладываете в это понятие? Я думаю, что этот термин у нас тоже появился недавно. Культура политической борьбы. И много здесь сложного и непонятного для нас. Главное, я думаю, что это диалог. Может быть, здесь ничего нового мы не открываем, именно диалог. Потому что нам не хватает в нашем диалоге терпимости. Терпимости к различным точкам зрения. Нам нужно учиться убеждать и уважать любую точку зрения, даже если она произносится меньшинством. И в этой ситуации мы должны ценить все то, что говорится. Почему? Потому что мы, думаю, можем не соглашаться с той или иной точкой зрения. Но ценить, я думаю, что мы ее обязаны. Очень важно, конечно, когда люди слышат друг друга. Но не менее важно, конечно, когда друг друга слышат народы. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что за последние 25 лет впервые на трибуне Красной площади представители Китайской Народной Республики, кроме Ян Имин,
Здесь еще находятся руководители Института радио, кино и телевидения Китая, которые готовятся к освещению советско-китайской встречи на высшем уровне. Ян Имин, сейчас в нашей стране с особым вниманием следят за событиями в Китае. А как в Китае относятся к нам, к нашей перестройке? Мне думается, что наш народ с большим интересом, с большой надеждой смотрит на вашу перестройку. Ну, я бы сказала, что наш народ испытывает очень теплые чувства к советскому народу. Но недавно мой сын даже мне писал, что люди очень ждут визита Горбачева в Китай. Ждут это визита, то есть это встречи на высшем уровне. Ждут, чтобы быстрее наладилось отношение между нашими странами. Сегодня, как мы и говорили на пятой трибуне, среди наших гостей заместитель министра обороны Юрий Алексеевич Яшин. Но именно сегодня мы хотим его представить не как заместителя министра обороны, а как кандидата в народные депутаты от Брянской, Смоленской и какой еще? Калужской области. И от Калужской области. Дело в том, что за последние несколько лет никогда не было сделано так много, как за эти годы советской армии для народа. Это и освобожденные земли, и техника, которая дается. И вот сегодня, 1 мая, мы уже можем говорить о каких-то конкретных вещах. Как сегодня обстоит дело с ликвидацией ракет средней дальности? Этот договор строго выполняется. Вот на сегодня, на 1 мая, ликвидировано с нашей стороны 860 ракет средней и меньшей дальности. Среди них, значит, 240 ракет средней дальности. У американцев 299. Значит, договор полностью будет претворен в жизнь в мае 91 года. Претворение в жизнь договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дает определенный вклад в народное хозяйство. Но первое, что мы уже не берем деньги на создание ракетных комплексов. И второе, в процессе ликвидации освобождается большое количество военных городков. А это жилье, это столовые, это автопарки, это большое количество техники. Ну вот, к примеру, сейчас вот по Прибалтике и Белоруссии передали уже в народное хозяйство, имею в виду сельское хозяйство прежде всего, более 4000 гектар земли. Ну и сейчас вот по так называемой конверсии оборонных отраслей промышленности очень многие промышленные товары, очень многие товары непосредственно, так сказать, гражданской направленности. Ну, на сегодня это 40%. 40% того, что производит оборонную отрасль промышленности, идет народное хозяйство. В ближайшие годы это будет 60%. Ну, большинство таких вот вещей, как, если что-то сказать, холодильники, машины, стиральные машины, сельскохозяйственные машины, сейчас вот акцент делает направленность оборонная на народное хозяйство. День международной солидарности трудящихся ленинградцы встретили без привычных в прошлом громогласных рапортов, но не поступились традиции посвящать празднику результаты своего труда. Серийное производство трактора нового поколения К-701М начато в объединении Кировский завод. На Балтийском заводе готовится к спуску атомный ледокол «Октябрьская революция». В объединении Ленинградский металлический завод создан головной образец газовой турбины мощностью 150 тысяч киловатт. В зелени каштанов майский Крещатик. Впереди колонны районов победителей соревнования. 24 предприятия города работают в этом году по второй модели хозрасчета, и все 100% выполняют договорные обязательства. Нельзя не сказать о разработке в республике комплексной программы развития украинской национальной культуры. Первый шаг в ней – начало деятельности Общества украинского языка имени Шевченко. Расширяется сфера применения украинского языка, но немало делается и для развития национально-русского двуязычия. Есть о чем рассказать минчанам. Тракторостроители завершили испытание новой машины. И еще. Коллектив знаменитого объединения стал победителем республиканского конкурса «Лучший экспортер года». К нынешнему 1 мая практически все предприятия, независимо от их ведомственной принадлежности, осуществляют выпуск товаров народного потребления. Это сразу сказалось на насыщенности рынка.
Можно сказать, что достижение минчан – результат внедрения на предприятиях хозрасчета. Площадь имени Ленина – главная площадь столицы Узбекистана. Среди демонстрантов – победители всесоюзного республиканского соцсоревнования. Впервые в этом году вместе с рабочими, служащими государственных учреждений в колоннах идут кооператоры, представители первых совместных предприятий узбекско-болгарского по выпуску вычислительной техники, Софтпласт Металл по производству товаров народного потребления. Земледельцы республики завершают сев основной сельскохозяйственной культуры хлопчатника. В Узбекистане сейчас организовано тысячи семейных бригад и звеньев, в аренду отдано десятки тысяч гектаров пашни. Несмотря на затяжной и обильный снегопад, на площади скопление знамен, транспарантов, панно. Один из самых многочисленных отрядов трудящихся столицы республики – строители. В первом квартале в республике сдано квартир на 272 тысячи квадратных метров больше, чем за такой же период прошлого года. Только бригада «Трест Алма-Ата-Кульбытстрой», возглавляемая народным депутатом СССР Шапанаевым, ежегодно сдает по заселение до 150 квартир в столице Казахстана. Дружинники индустрии Алматы освоили выпуск десятков новых изделий, добиваются конкурентоспособности продукции на мировом рынке. И снова Москва, Красная площадь. Эта книга, политическая биография Николая Ивановича Бухарина, только что впервые увидела свет. Ее первое советское издание. А ее автор – известный американский историк, советолог Стивен Коуэн, который сейчас становится хорошо известным и у нас в стране, сегодня наш гость. Стивен, вы впервые попали в такую обстановку, как я полагаю. Первый раз. Какие ваши впечатления? У меня отличное впечатление, даже очень сильное личное, потому что только 5 лет назад еще отказали мне возможность приехать сюда. Отказали мне. Да, я ученый, который занимается советским делом, и отказали мне визу приехать сюда. Вот я стою разговаривать с вами. И кроме этого, книга вышла о Бухарине. Ну, очень хорошая реакция у меня, впечатление. Скажите, Стивен, благодаря трудам вашим и некоторых ваших коллег на Западе, слово «советолог» перестало носить чисто негативный характер для советских людей, стало вызывать больше доверия. Скажите, каково ваше кредо, как ученого, который четверть века занимается изучением жизни нашей страны, прошлого, настоящего? Да, я бы сказал, что для меня лично самый важный не надо учить советских людей, как надо жить. То есть я считаю, что я имею право изучать советские дела, но я не имею права, и больше всего я не имею мудрость учить вас, что надо, и так далее. Вторая кредо у меня очень важна. Многие из моих коллег долго говорили, что советская система не может измениться. Я всегда думал, даже верил, что система может измениться и будет. И вот перестройка. Поэтому это кредо, всегда изменение. Скажите, Стив, я знаю, вы сейчас работаете над новой, большой книгой, и, если я не ошибаюсь, ее главный герой – перестройка? Точно, точно. Я хотел бы написать историю перестройка, но лучше сказать тоже предыстория, потому что я считаю, что перестройка не началась только 4 года назад, но даже во время НЭПа. То есть я считаю, что перестройка – это продолжение традиции НЭПа и Ленина, и Бухарина. Мы надеемся очень, что будем часто читать ваши книги на русском языке. Перемены. Это слово мы, пожалуй, произносим сегодня чаще, когда говорим о сегодняшней нашей жизни. Ну, когда речь заходит об экономике, об аграрном ее секторе, то мы, пожалуй, все единодушны в одном. Хотим побыстрее ощутить результаты этих перемен, ощутить их сегодня, а не в светлом будущем. Какие есть основания для такого вот оптимизма? Этот вопрос я задаю сегодняшним моим собеседникам, писателю, народному депутату СССР Юрию Дмитриевичу Черниченко и его товарищам, с которыми он пришел сегодня на Красную площадь. Это мои друзья, Сережа. Это Александр Кузьмичев, директор госплемзавода Зыбина из Тулы, и Валентин Александрович Солоненко,
затрудняюсь даже сказать, рабочий профессионал, химик из Подмосковья и одновременно крестьянин. И эти друзья для меня сегодня существуют, вот, воплощают две дороги развития, в которые я сейчас верю. Первая дорога – это аренда в настоящем ее доскональном виде, когда уже второй год, да, весь совхоз, старинный племзавод переведен на аренду до полного возможного сегодня масштаба. А Валентин Александрович, вы знаете, он просто держит свиней, свиномат, чтобы под городом Лобней было у кого купить нормального, хорошего поросенка. И если первому моему другу нужно очень многое, то уверяю вас, Валентину Александровичу и его семье ничего не нужно сейчас для того, чтобы шло уже производство путем. Кооператив кооперативов – это действительно жизненность сегодняшнего нашего хозяйственного механизма колхоза и совхоза. Банкроты уже появились? Да, появились, к сожалению, банкроты. Появились люди довольные и недовольные. Жизнь бурлит. И я думаю, в этом кипении сегодня объединяющих интересы каждого мы найдем решение этих серьезных проблем наших. Быстро найдем. Но здесь нужна помощь всех. Помощь крестьяну рабочего класса. Не долги, а просто помощь, которая сегодня нужна нам. Нужна поддержка серьезной советской власти, партийных организаций. Это же новые производственные отношения, новая жизнь. Сделай все, что в твоей доброй власти. С праздником 1 мая вас, тушинцы! Хорошего весеннего настроения вам! Ура! Герда Руга из ФРГ трудно назвать гостем на Красной площади. В качестве корреспондента первой программы телевидения ФРГ он проработал в общей сложности около 10 лет в Москве. И сегодня Герд снова в Москве. Я думаю, что в ваших репортажах из Москвы сегодня перестройка – ключевое слово. Ну а если вспомнить 50-е, 70-е годы, какие слова приходят на память? Слава – это трудно сказать. Совсем я не поклонник демонстраций, и лозунги я очень быстро забыл, не помню. А общее впечатление, конечно, у меня есть. Но лучше по-немецки, даже в Deutsch. Я бы так. В Zeit Хрущева, в Zeit Tauwetters, да gab es doch eine große Hoffnung. Во времена Хрущева, оттепели, была большая надежда. Die Leute glaubten, es wird besser, es wird sich verändern. Надежда на изменение к лучшему. Und die Zeit der Unterdrückung der Stalinzeit war vorbei. И время сталинской, сталинщины прошло. Zu der Zeit hat man sicher auch zu große Hoffnungen gehabt. Но я думаю, что к тому времени, наверное, это были слишком большие надежды. Da gab es die Losung, in 20 Jahren kommt der Kommunismus. Неоправданные, потому что был лозунг через 20 лет построить коммунизм. Oder bis 1980 Amerika überholen. Или до 80-го года догнать и перегнать Америку. Aber die Hoffnung war doch da, dass etwas besser wird. Но главное была надежда на лучшее. Was damals fehlte, war, glaube ich, die Demokratisierung. Das hat der Хрущев auch nicht verstanden, wie wichtig das ist. Я думаю, что, может быть, Хрущев и не совсем понял важность последовательной демократизации. Jetzt denke ich, wenn ich die Power-Slogans lese, die sind ja schon sehr viel lebendiger geworden. А теперь я читаю вот тут лозунги и вижу, что они гораздо ближе к жизни. Da sind manche, die sich die Leute selber ausgedacht haben. Это чувствуется, люди сами писали эти. Und das ist doch ein Teil von Demokratisierung. И это, собственно, часть огромного процесса демократизации. Ich glaube, wenn eine wirkliche Demokratisierung kommt, я думаю, главная последовательная демократизация. Dann wird der Prozess nicht mehr umkehrbar. И тогда уже этот процесс, процесс перестройки не будет необратим. Что такое Homo sapiens? Все, наверное, знают. А вот что такое Homo director? Один из вариантов ответа, что директор – это тоже человек. Я хочу вам представить членов Всесоюзного клуба директоров.
Анатолий Иванович Зубрицкий, директор из города Вольска, директор завода асбестно-цементных изделий и еще один директор. Это... Завод имени Владимира Ильича. Скринский Павел Николаевич. А вот что вам дал клуб? Ну, очень много. К примеру, в прошлом году на собрании клуба в Омске мне пришлось во время деловой игры изложить все наши беды, проблемы, связанные с реконструкцией. 4 часа напряженнейшего обсуждения вот этими самыми членами клуба дали мне очень много и в то же самое время добавили уверенности в том, что мы идем правильным путем. Вообще это школа советских менеджеров высшего класса. Ну вот, можно ли научить человека быть директором? Говорят, что режиссер – это характер. А вот, может быть, директор – это тоже характер? Директором вообще надо родиться. Ну, конечно, если нет характера, то директором быть невозможно. Все-таки первично, чтобы человек хотел научиться быть директором. И, конечно, его надо учить. Специально и очень серьезно. Ну и последнее. А вот что бы вы хотели пожелать директору, который придет после вас на завод? Ну вот, например, через 20 лет. Директору 21 века. Нормальной человеческой жизни, чтобы в свободное время взять свою жену под руку и посидеть с ней в сквере. Ну, я хочу ему пожелать, чтобы работалось в охотку и чтобы ему поменьше мешали. Спасибо. Площадь Республики. Место проведения традиционных первомайских торжеств в Тбилиси. Однако сегодня, согласно пожеланиям трудящихся и общественности Республики, праздничная демонстрация не проводилась. Митинги и встречи прошли во многих трудовых коллективах на предприятиях. В управлении Закавказской железной дороги собрались сегодня ветераны труда, передовики производства. Шел серьезный разговор о задачах, которые поставил перед трудящимися республики апрельский пленум ЦК КПСС. Был дан анализ нынешнему этапу перестройки, высветившему многие нерешенные задачи. В праздничном наряде главная площадь столицы Азербайджана. Первомайские торжества в Азербайджане имеют особую окраску. Они совпадают с установлением советской власти в республике. Множатся над потоками демонстрантов весенние рапорты. В канун 1 мая вошли в строй 2 новые станции метро, больница, компьютерный центр. Нефтяники Каспия обнаружили в море новые перспективные месторождения. Строители рапортуют об успешном выполнении плана первого квартала по вводу жилья. Единой многонациональной семьей вышли сегодня бакинцы на главную площадь города. Многие жители столицы Литвы собрались сегодня на главной площади города, носящей имя Владимира Ильича Ленина. Состоялся митинг, на котором трудящиеся высказали свое мнение о проходящей в Литве перестройке. Шел заинтересованный разговор о проблемах и завтрашнем дне республики, о социальных приоритетах. Накануне 1 мая с новой программой выступили профсоюзы Литвы. В центре ее поворот к изначальной функции профсоюза – защите интересов трудящихся. В колоннах демонстрации победители предмайского социалистического соревнования, трудящиеся Ленинского района столицы Молдавии. В первом квартале лучше сработали машиностроители Кишинева, работники отрасли приборостроения, мебельной и легкой промышленности. В республике обеспечен значительный прирост производства товаров народного потребления, увеличилась воловая продукция сельского хозяйства. Успехи трудовых коллективов наглядно свидетельствуют, забота о человеке становится в республике все более приоритетным направлением. Вся атмосфера нынешнего 1 мая в латвийской столице, от настроя людей до убранства колонн, праздничная, но при этом и деловая. Так, индустриальная и аграрная отрасли республики в целом перевыполнили плановые задания первых месяцев года. Большинство трудящихся Латвии осознают, что успешное развитие экономики, как отмечалось на апрельском пленуме ЦК КПСС, во многом определяет решение других злободневных проблем, от улучшения экологической ситуации до снятия напряженности в межнациональных отношениях.
Один из апрельских выпусков американского журнала «Тайм» почти полностью посвящен советской перестройке. На обложке, на обложку вынесены слова «Новый Советский Союз». Средства массовой информации Запада вообще очень много в последнее время пишут о нас. И среди тех, кто пишет много, доброжелательно, заинтересованно и остро, мои коллеги, члены международного пресс-клуба женщин-журналисток, представлю вам их: Пьемета Кукурния, корреспондент итальянской газеты «Репубблика», и американская писательница и журналистка Лоис Фишер Руге. На встрече членов нашего клуба с Николаем Ивановичем Рыжковым был поднят вопрос о степени открытости и гласности в нашем обществе, о том, насколько они повлияли на работу советских журналистов. А что в этом смысле изменилось для зарубежных журналистов? Фемета, это к тебе. Ну, несомненно, очень много, хотя гласность, вопрос, ну, неоднозначный, я бы сказала. То есть, с одной стороны, да, нельзя скрываться, что мы получаем гораздо больше информации, поток очень солидный. Вот, и даже мы смогли на этой неделе читать полностью материалы пленума, что было всегда сверхсекретно. Но вот, с другой стороны, есть вопросы, куда гласность пока не проходит, как. Например? Ну, например, национальные вопросы. Вот каждый раз, когда что-то происходит, как было в Армении, как было в Грузии, мы, во-первых, очень поздно все узнаем. Во-вторых, к сожалению, нам прикрывается возможность поехать туда, чтобы сами убедиться. Ну вот, на самом деле, тот факт, что я могу это сказать по телевизору сейчас прямой эфиром, значит, что все-таки гласность какие-то успехи достигла. Спасибо. Лоис, я знаю, что вы сейчас пишете новую книгу. О чем она? В двух словах, пожалуйста. После землетрясения я попала в больницу, это детская больница в Москве. И тогда, когда я попала в больницу, я думала, может быть, я могу помочь этой диете, которые были там. Я решила, после нескольких недель, надо обязательно, должна разделить этот опыт в больнице. Что я делаю? Я пишу сейчас книгу, это называется «Мои армянские дети». Это только одна тема. Другая тема – это книга «Сейчас зеркало вашего мира». Что хорошее, что тоже плохое. Приблизительно, это атмосфера в больнице особая. Это люди, которые работают, это медсестры, это братья, это тоже массажистка. Они отдают все, что можно. Они преданы своей работе и тоже друг друга. Это пример, по-моему, перестройка. Старше помогает младше, но что что слабое место, я не могу помогать. Я не могу понимать, что эта страна, которая первая пошла на человека в космос, не умеет одноразовый шприцов, инструментов, элементарных лекарств, аппаратов для спасения жизни человека. В момент предвыборной кампании у многих кандидатов в депутаты в платформе неоднократно повторялось, что для того, чтобы поднять уровень благосостояния народа, надо снизить затраты на космические исследования. Я обращаюсь к летчику и космонавту СССР, герою Советского Союза Александру Лавейкину. Вы знаете, не только кандидаты в депутаты. Вот я сейчас являюсь доверенным лицом Соловьева Владимира Алексеевича, нашего космонавта, который баллотируется по Брянскому, Смоленскому, Калужскому избирательным округам. Вот я буквально вчера приехал из Брянска, и везде, где бы мы ни встречались с людьми, все спрашивали, как же так, у нас на полках почти ничего нет. Такая сложная обстановка в экономике, а мы запускаем дорогостоящие космические объекты, как «Энергия», «Буран». Ну и везде мы говорим, надо защищать космос. Надо говорить вот что. Ведь мы сейчас создаем на борту такие материалы, которые невозможно создать на Земле. Буквально осенью пойдут два огромных модуля, по сути дела, фабрики на станцию «Мир». Это очень дорогостоящие материалы. Их надо использовать у себя в стране, их надо продавать за рубеж. Кроме того, передавать новые технологии, передавать станки, материалы в другие отрасли промышленности. Так как это делали, например, американцы. Ведь у них тоже огромные затраты, гораздо больше, чем наши. А в результате они получили очень большую прибыль от того, что в других отраслях используются достижения космической техники. Вы же понимаете, долгое время вся космическая технология была засекречена. Сейчас другое время. Сейчас мы должны как можно быстрее это передать. Другое дело, что еще многие пока представители других отраслей промышленности не умеют просто, не могут воспользоваться этими результатами. Но главное начать здесь, начать, и как можно быстрее.
Приветствуем представителей коммунистических и рабочих партий, борцов за мир и социальный прогресс, видных политических и общественных деятелей, представителей деловых кругов многих стран нашей планеты. С праздником вас, гости столицы! Ура! Ты будешь такою всегда. Будем вспоминать об этом так или иначе. Ну вот, Генрих Сурен Чигитян, который только что вернулся из Ильнахана, из Питака, показывал нам фотографии, где на помощь армянам в трудный для них час пришли сразу русские врачи, американские строители, польские вертолетчики, французские спасатели. Но это ли не настоящий живой пример человеческой солидарности? Той самой, о которой мы сегодня много раз говорим. А Альберт Анатольевич Лиханов, глава нашего детского фонда, вот привел на демонстрацию целую семью из Армении, которая благодаря помощи людей самых разных национальностей, благодаря помощи людей с телевидения, смогла соединиться. И ведь, я знаю, работа эта еще продолжается. Да, это семья Чуглиных, трое ребятишек и родители. Они потеряли друг друга во время землетрясения, и мы, детский фонд, благодаря телевидению, кстати, во время одного из репортажей, соединили их, потому что родители смогли увидеть своих детей, которых мы пригласили на встречу в детский центр фонда в Ереване. Я хочу сказать, что помощь эта длительная. Вот буквально в канун праздника 33 армянских ребенка вернулось из Соединенных Штатов. Они получили там помощь в области протезирования. Мы предложили нашим зарубежным партнерам, многим общественным организациям разных стран мира создать так называемый международный круг помощи маленьким жертвам армянского землетрясения. И вот мы уже получили десятки приглашений. Детей приглашают на каникулы, на летние, в Болгарию, Италию, Норвегию, Канаду, в Соединенные Штаты. И они, конечно, тоже туда поют. Я хочу продолжить вашу тему. Хорошо, чтобы вы вспоминали о том, что мы братья не только в час беды. Вот почему-то только в экстремальных ситуациях мы вспоминаем о том, что мы братья. Так было во время Великой Отечественной войны, так было во время нашей трагедии в Армении. И самым большим гарантом перестройки, я считаю, это братство. И братство не только советских народов, а всех народов мира. И если бы не перестройка, самолеты НАТО, которые пересекали границы Советского Союза и везли не бомбы, а везли медикаменты, снаряжение, палатки, людей, спасателей. То есть это как будто наша трагедия в Армении всколыхнула весь земной шар и напомнила о братстве. И мне бы очень хотелось в этой связи вспомнить слова нашего брата, грузина, грузинского талантливого писателя Нодара Думбадзе. «Человеческая душа во сто крат тяжелее тела. Так давайте же, люди, поможем друг другу нести наши души». Я думаю о том, что наш корабль, если назвать нашу страну кораблем, в котором, безусловно, много пробоин, пробоин самых разных, мы должны его все вместе лечить, все как братья, ибо никто по отдельному кусочку с этого корабля не сможет спасти свою душу. Душа у нас общая, единая. Душа советского народа. И поэтому мы должны подумать о том, куда мы идем, что мы делаем, и сделать все, во-первых, для того, чтобы заложить основы детства. Детства раскрепощенного. Детства, которое будет лишено сталинизма и неосталинизма. Детства на самом деле счастливым. И мне бы очень хотелось бы, чтобы слова «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», действительно обрели смысл в нашей стране и соответствовали действительности. Сильный снегопад обрушился вчера на столицу Киргизии. Но весна взяла свое. Сегодня центральная площадь столицы Киргизии напоминала цветущий сад. Здесь состоялась праздничная манифестация, посвященная 1 мая. На транспарантах лаконичные строки о достижениях трудящихся в канун праздника. Успехов добились промышленные и сельскохозяйственные коллективы, работающие на арендном подряде, энергетики, машиностроители, автотранспортники.
хорошим настроением вышли на первомайскую демонстрацию представители трудящихся столицы советского Таджикистана. Нынешний Первомай особый в политической жизни республики. Он ознаменован решимостью тружеников углублять перестройку, крепить единство народов нашего социалистического отечества. Это подтверждают и прошедшие выборы народных депутатов СССР. Избиратели голосовали за дальнейшее углубление перестройки, за большую решительность в ее проведении, быстрейшие перемены к лучшему во всех сферах. Таков их наказ предстоящему съезду народных депутатов СССР. Впервые в Ереване праздничная первомайская демонстрация в этом году не проводилась в связи с разрушительным землетрясением в Армении, унесшим тысячи человеческих жизней. Утром на площадь Ленина, где по традиции проходят у нас первомайские и октябрьские торжества, пришли представители общественности Еревана, руководители партии и правительства республики, делегации всех 8 районов города возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Первомай – день международной солидарности трудящихся. Сегодня был праздник, а завтра вновь наступят будни. Пора строительства, пора созидания. Хранить и развивать традиции социалистического интернационализма и советского патриотизма. С таким транспарантом вышел на праздничную демонстрацию коллектив производственного объединения «Ашхабад Хлеб». В первом квартале национальный доход республики увеличился на 2,6%. Промышленной продукции выпущено на 55 миллионов рублей больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Получено более 13 миллионов рублей сверхплановой прибыли. Манифестация в столице Туркмении еще раз показала, что усиление самостоятельности трудовых коллективов, расширение гласности и демократии определяет сегодняшний день республики. Возрождая старую традицию майов, десятки тысяч таллинцев пришли сегодня на певческое поле. Поддержка курса КПСС, Компартии Эстонии, республиканского хозрасчета, демократизации и гласности – об этом говорили участники первомайского митинга. Подчеркивалось, что именно эти преобразования, осуществляемые в интересах всех жителей Эстонии, должны сплотить воедино людей всех национальностей, проживающих в республике. Первомайское шествие москвичей завершается. На Красной площади сотни юных гимнастов и акробатов. Меняется палитра спортивного праздника. А вот уже по брусчатке закружил зажигательный спортивный танец. Thank you.
Здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся! Ура! Свидетелями и участниками первомайских торжеств в Москве были миллионы телезрителей. Репортаж о демонстрации на Красной площади вели все телевизионные станции страны. Программа «Восток», «Космическая система орбита» и «Система интервидения». Сегодня ВЦСПС устроил прием в честь зарубежных профсоюзных и рабочих делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня международной солидарности трудящихся. На приеме были представители профсоюзного и рабочего движения из 128 стран, посланцы Всемирной федерации профсоюзов, региональных профсоюзных организаций, секретари ВЦСПС, другие официальные лица. С приветственным словом к гостям обратился председатель ВЦСПС товарищ Шалаев. Прием прошел в атмосфере сердечности и братской интернациональной дружбы. Обычно демонстрации, которые определяли Первомай в болгарских городах, больше не проводятся. В последнее время их заменили народные торжества, отмечавшиеся издавна в Болгарии как соборы, встречи, собирающие граждан различных поколений. Сегодня такой собор в Софии начался у Народного дворца культуры. Венгерская социалистическая рабочая партия является одновременно национальной и интернационалистской партией, заявил сегодня в Будапеште на первомайском митинге Карой Гросс. Партия, подчеркнул он, признает свою общность с силами, борющимися за прогресс человечества, мир за социализм. Многотысячная первомайская демонстрация состоялась в столице ГДР. Ее участников приветствовали Эрих Хонекер, другие партийные государственные руководители страны. Рабочие и крестьяне первого на немецкой земле социалистического государства, все граждане ГДР, встречают праздник 1 мая в год 40-летия республики. В эти минуты в Гаване проходит праздничная манифестация. Ее участников приветствует Фидель Кастро, другие руководители Кубы. День международной солидарности трудящихся стал демонстрацией верности рабочего класса Кубы идеям социалистической революции и пролетарского интернационализма. Сегодня в столице Монголии прошли массовые народные гуляния, концерты, физкультурно-спортивные мероприятия. Центральную площадь Улан-Батора и прилегающий к ней парк заполнили тысячи горожан, среди них руководители партии и правительства. На открытых площадках и сценах выступили лучшие профессиональные и самодеятельные художественные коллективы, мастера, эстрады, поэты. Многотысячный первомайский митинг состоялся в центре Варшавы на площади Победы. В нем приняли участие ветераны рабочего движения, руководители ПОРП и правительства страны, представители партий и общественных организаций, трудовых коллективов. Войцех Ярузельский обратился с теплыми словами приветствия к трудящимся страны, ветеранам войны и труда, к молодежи. Центром первомайского праздника стала сегодня Вацлавская площадь, традиционное место маёвок пражских рабочих. Здесь состоялась манифестация трудящихся в чехословацкой столице, перед участниками которой выступил товарищ Якиш. В эти дни, сказал он, мы вновь подчеркиваем жизненно важное значение дружбы, союзничества и сотрудничества с Советским Союзом, другими социалистическими государствами. Массовые гуляния по случаю 1 мая
стали для жителей столицы КНР уже традиционными, и сегодня тысячи пекинцев с семьями вышли в парки, выехали за город, чтобы на природе отметить День международной солидарности трудящихся. В Югославии без широких манифестаций отмечается в этом году 1 мая. На обычно многолюдных и шумных в этот праздничный день улицах многих городов из-за неожиданного похолодания сегодня тихо. Во многих городах накануне прошли первомайские концерты. Манифестациями и митингами отметили сегодня 1 мая трудящиеся капиталистических стран. С лозунгами, призывающими к единству в борьбе против наступления правящих кругов на жизненные интересы трудящихся, вышли на улицы Парижа и других городов Франции трудящиеся страны. В защиту занятости и охраны окружающей среды, за экономическое развитие в интересах трудящихся и срочное урегулирование экологических проблем. Под этими лозунгами состоялась сегодня в Венеции манифестация по случаю Международного дня солидарности трудящихся. В Вене и других городах Австрии участники первомайских демонстраций заявили о солидарности с борьбой рабочих и служащих за свои социальные права против засилия крупного капитала. Они подчеркнули необходимость усиления выступлений в защиту мира и международной безопасности. Впервые в истории Южной Африки трудящиеся открыто отмечают 1 мая. В различных городах страны по призыву профсоюзных объединений состоялись митинги и демонстрации трудящихся. В этом году 1 мая в Южной Африке проходит под лозунгами отмены чрезвычайного положения и расистских законов. Тысячи полицейских обрушились в Сеуле на рабочих и студентов, пытавшихся организовать демонстрации, посвященные 1 маю. Студенты потребовали отставки президента РОДЭУ, развернувшего кампанию репрессий против рабочего движения в стране. Один человек убит, 15 ранены при разгоне полиции первомайской демонстрации в Стамбуле. Официальные власти запретили проведение первомайских манифестаций, однако 7 крупных профсоюзов, входящих в Конфедерацию рабочих профсоюзов Турции Тюрк-Иш, заявили о своем твердом намерении провести праздничный митинг на одной из площадей Стамбула. Десятки тысяч филиппинцев приняли сегодня участие в первомайских демонстрациях и митингах. Они требовали повысить заработную плату трудящихся и ликвидировать американские военные базы на Филиппинах. Еще несколько сообщений из-за рубежа. Правительство Никарагуа в очередной раз объявило о продлении в одностороннем порядке срока действия временного прекращения военных операций против банд Контрас на 1 месяц. Гуманные меры правительства Никарагуа пока не встретили ответных шагов со стороны формирования Контрас. Бейрут. Ожесточенные перестрелки вновь вспыхнули сегодня вдоль зеленой линии, разделяющей ливанскую столицу на христианские и мусульманские секторы. Стороны применяют артиллерию, танки и ракетное оружие. Снаряды рвутся в жилых районах и на территориях Бейрутского порта. Впервые после 35 лет кровавой диктатуры в Парагвае проводятся всеобщие выборы без Стресснера, который был свергнут в результате военного переворота. Населению этой южноамериканской страны предстоит избрать президента, а также членов Сената и Палаты депутатов. По мнению политических наблюдателей, победа практически обеспечена кандидату правящей партии Колорадо, кандидатом которой является временный президент Парагвая генерал Родригес. Специалисты на космодроме на мысе Канаверал приступили к работам по устранению обнаруженных дефектов на Атлантисе. Астронавты вылетели на базу отдыха. В минувшую пятницу, буквально перед самым стартом космического корабля многоразового использования, в одном из его главных двигателей перестал работать насос. Позднее, уже после решения об отсрочке запуска, была обнаружена утечка в линии подачи сжиженного водорода.
Представители НАСА сообщили, что новая дата старта корабля, возможно, будет объявлена в ближайшее время. Однако они указали, что запуск «Атлантиса» состоится не раньше 5 мая. Новости спорта. На чемпионате мира по хоккею в Швеции сборная Канады, выиграв сегодня у команды Чехословакии 4-3, завоевали серебряные награды, бронзовые получат чехословацкие хоккеисты. А завершится мировое первенство матчем сборных СССР и Швеции. И хотя советские хоккеисты уже досрочно завоевали золотые медали, эта встреча наверняка вызовет интерес. Репортаж о ней вы сможете посмотреть по первой программе в 22 часа 55 минут. Коротко о погоде в Москве. Завтра, 2 мая, в столице преимущественно без осадков. Температура 16-18 градусов.